Ребята, всем большой привет! Тополиный пух, Москва, июль, очередной жаркий, больше 30-градусный день. И иду я весь возмущенный. Ну вот, одел вчера постиранную модную брендовую футболоньку, чистенькую, вкусно пахнущую. Не, ну она и сейчас вкусно пахнет, потому что от меня вкусно пахнет. Я весь дезодорируюсь, это все понятно. Ну вы знали, вот я прошел, да, вот. От дома до КБ красно-белое, от красно-белого до сюда, и вот что творится. Ну, это кошмар. Сейчас походишь, придешь опять стирать. Ядрическая сила. Ну, хрен с ним, порошка не жалко, воды не жалко. Ну, так с каждой стиркой-то она же увядает. В КБ купил водичку. Уже не знаешь, что пить, чтобы насытить свой организм влагой. Вот попил, и чтобы в ближайшие полчаса опять пить не хотелось. Минералка надоела, квасы уже тоже надоели. И вот взял вот Energy, энергетический напиток. Я эту гадость пью редко, очень редко. Но просто реально уже что-то все надоело, не знаешь, что. Вот захотелось. Давайте отрапортуемся. Я так вот на подмышечку, раз. Вот. Давайте отрапортуем, попробуем. Ну-ка. Зараза, а? Вот как ни крути, вкусные эти напитки. Вкус, конечно, непонятно чего, но вода такая легкая, он холодненький. Прям пьется, но это все вредно. Это вот надо максимум одну бутылку вот такую вот в месяц, а лучше в два. Вот прям когда совсем приспичит, уже когда крыша едет от жары, не знаешь, что пить, чем упоиться. Упоить свой организм. Ну, можно, там кофеин, всякий хренин, турин, там чего только нету. Какая же вредная хрень, а? Отрава в чистом виде. Вот, ребят, ну, такие, я говорил, что у меня будут вложики. Такие простенькие, потому что, ну, я сам простенький. Какой я, такие вложики. Зато почаще. Хочу сейчас, вот иду я в спортмастер, зайти посмотреть, что там по кроссовонькам. У меня вот эти уже, они бедненькие, уже я их замучил, я в них и работаю, и так хожу. Ну, легкие, это филовские, с Италии мне прислали их сюда, тоже спортмастер, я их потом забирал. Говорит, Леха, вот тебе с Италии подарок, говорит, смотрим твои вложики, порядочные, вот тебе хорошие. Порядочные кроссовки, какие влоги, такие кроссовки. Носи, ядреность, да не занашивай. А я уже их, получается, заносил. Я в них и работаю, и так хожу. Свидание надо будет идти, и на свидание в них пойду. Не, у меня есть еще там какие-то дома, но эти, да чего же удобные, а? Но я чувствую, что что-то уже они так подустали. В общем, посмотреть, что там вообще представлено, цены посмотреть. Ну так что-то, короче, вот такие сегодня бытовые дела, так что... Ребят, если лайчоночка поставите, вот, это будет порядочно. Ну, чтобы все дела были, ну, у нас, как говорится, сегодня увенчались успехом, успешные. Конечно, Puma, Nike, Fila, Adidas, и это все мы любим. Но мне вот нравится еще бренд Demix. Это спортмастеровский, ихний собственный бренд. Ну, вот, типа как, например, в Пятерочке красная цена, это ихний, да? А в спортмастере Demix, это ихний. И у них довольно-таки у Демиксов качественная одежда. У меня вот кроссовкам демиксовским кожаным уже, ну, 5-й год пошел. И нормально, полет нормальный. Я и зимой, и летом не хожу. Вот недавно ливни были страшные. Я их одевал. Они вообще не промокают. И, что самое главное, они такие удобненькие, мягенькие, легенькие. В общем, на демиксы тоже стоит обращать внимание. Футболка у меня тоже давно купленная. Демикс есть, я ее порою и на стримах одеваю, ребята. Заходите на стримчонки к нам. Канал Леха Хомяков стримы, ссылочка в описании к этому видео. И там же ссылочка на телеграм, который тоже очень-очень-очень-при-очень интересный. Ну, уже неодноразно я показывал ТЦ Щелковский наш. В нем и находится спортмастер. Сейчас зайдем, посмотрим. Давненько я не был, ядрёно. Ну вот спортмастер у нас на 3-м этаже. А на 2-м этаже NVIDIA. И, ну, конечно, мимо NVIDIA проходя, как же я, любитель видеоигр, не зайду и не посмотрю, что новенького. Или есть ли вообще чего. Есть вообще чего.
Ой, блин. За сердце можно хватиться. Ну что это такое? В этом видео вот был вот этот ряд, вот прям до горизонта уставлен в свое время видеоиграми. Давно это было, давненько. Это было недавно, это было давно. Да уж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нечего даже выбрать. Видимо, они отказались, что ли, не знаю. Вроде на сайте у них есть игры, а что-то в магазине физическом ничего нету. Может, не пользуется спросом. Сонечка вот 61999. А это 56 без... Это что? Наверное, без... А, это Slim. Это Slim-ка, понятно. Я думал, может, без дисковода. Нет, это Slim-ка. А кто-то скажет, нахрена типа эти приставки, я лучше куплю компьютер. И у меня, считай, все платформы в одном. Это правильно. Правильнее всего купить компьютер в наше время. Ну на вот тебе цены на видеокарты. 48, 157 тысяч. 30-50. Но она уже древняя, в общем. 31 999. Она RTX, по-моему, она самая первая была, вот RTX-овская видеокарта 3050. Самая первая. Ни хрена цены на них не падают. Ну, может быть, это здесь, конечно, подороже. 40-60, вот, 50 тысяч. А тут ты покупаешь PlayStation за столько же, считай, ну, там, плюс-минус 10. Добавил, купил, подсоединил к телевизору. Ну, и только покупай диски по 5 тысяч. В общем, хрен его не знает, конечно. Компьютер выгоднее, как ни крути, да. Даже если сначала переплатишь на старте, потом это все окупится. Торренты же никто не отменял, правильно? Зашел ко мне, девушка подходит. Здравствуйте, у вас приложение есть? Я говорю, есть. А, ну хорошо. И ушла. Я говорю, хотел спросить, что без приложения не пускают, что ли? Нет, действительно, у них приложение выгодное. Раньше это там... по номеру телефона спрашивали, а сейчас вот приложение скачиваешь. Действительно, если покупать вот так вот, оно дороже получается, а потом через приложение оформляешь, подешевше. Так, ну, мне и кроссовки посмотреть, и футболки посмотреть. Веселенькая футболочка. Желтоцветница. Прикольненько сделано. 3500 на осень. Вот. Смотри, какая модная. Это мужицкая. Что это вообще такое? Панчо для серфинга. Ни хрена себе. Вот на курточке тоже 50% скидка. И вместо 5500 2749. Такие осенние. Осенние курточки. Тоже 3500 вместо 7. Можно что-то найти на осень. Подешевшее забрать. Цвет приятный, но было бы здесь написано не термит, а рибок, например, за 799. Я бы, может, и забрал. Вот сейчас актуальна купательная тема. И мне нравится, знаешь, вот... вот большое количество, представлен большой выбор, есть вот не классические вот эти вот, да, там плавки, не стринги, стринги это вообще уже прошлый век, а сейчас вот, мне кажется, в теме вот такие вот, типа как шорты, это плавки шорты 2199, 54 размер мой, ну что-то цвет мне так не особо был. Темно-синие бы были бы, а вот темно-синие есть такие же. Филовский тоже. 1679. 48. А то я собираюсь на дачу. На дачу собираюсь. Конечно, купаться. Купаться. Подумал, может быть, приобрести. Ну, что-то прикольно смотрится. 52-й, 54-й. Блин, боюсь, мне маловато будет. Мне бы лучше 54. А это какой? 48-й же.
Ни хрена, короче, нет моего размера, блин. Плавки нету, футболки тоже смотрю. Ко мне, кстати, опять девушка подходит. Так, у вас, по-моему, мобильное приложение есть. Я говорю, есть, только размеров моих нету. Ну, а что, сейчас перед летом народ все разобрал, вот пуска тудым-сюдым. Блин, как мне нравится вот эта вот тема. Вот это вот футболочки, они вообще прям долговечные. 50-й. Я в свое время покупал их частенько, как, ну, каждый год практически. Вот. Прям вот это вот с надписью вот, Фила. И работал мне, и на велосипеде катался, и в магазин ходил. А то бывает, знаешь, синие футболки вот. Идешь, и вот такие же вот эти круги выскакивают, потом засыхают, и белые такие разводы остаются. А вот у этих футболок нет такого, не остаются. Ну вот, нашел 54-й, может, подойдет все-таки, а? Есть филовская, у нее, видишь, во всю грудь прям написано Фила, а есть вот просто таким небольшим микролейбликом. Лейбл, лейбак. Сейчас померяем, может, подойдет мне она, а? Почем? 1299 просит. Но у меня вроде как-то еще там бонусы есть, ну плюс еще приложение. Блин, с чего-то я взял, что у меня 56-й. Ну у меня когда как, когда 56-й, когда 54-й. Кто-то скажет, ты сейчас на потняк свой померишь, потом не подойдет, обратно повесишь. Нет, что-то я почувствовал, я сначала прикинул ее, я почувствовал, что она мне подойдет. Ну что, я ее забираю, ребят. Я ее забираю, да. Нормально. Я говорю, у этих футболок очень классная ткань. Даже когда, ну, по крайней мере, у меня такая фишка. Когда круги выскакивают, потом они высыхают. Вот в метро, да, и ты зашел, жих-жих, по пешекуресу высохли, там кондей, все. Белые вот эти разводы не остаются. А у большинстве остаются. Так, ну что, я буду забирать ее. Все, так. Уже не с пустыми руками. Что, Фила, это с Италии, модные кроссовки филовские, футболка филовская. Адидасовские у меня трико, ну, в общем, порядочно. Видишь, какая с размерами вот штучка-дрючка. Где-то 54-й мал, 56-й нормально, а где-то вот 54-й впору. В общем, надо мерить в любом случае. Поэтому я не люблю покупать одежду на маркетплейсах. Сколько раз берешь, потом обратно отправляешь, потому что по размеру не подходит. Вроде твой заказываешь, а оказывается, ни хрена не твой. Так, ну что тут? Блин, кроссовки, я даже боюсь смотреть цены. Пумовские. Ух, ё-моё, ни хрена себе. Таким кроссовкам только можешь гвозди забивать. Для меня в кроссовках самое главное – это легкость. ЛК, чтобы были они легкие кроссовки. Адидасовская линейка представлена тоже. Вот это на осень. Тоже тяжеленные, блядь. Понимаете, я вот как курьер, пеший курьер, автокурьер. Для меня самая ценность это легкость. Adidas, это Demix, неважно. Главное, чтобы они были легкие, вот это важно. Потому что постоянно, когда ты в беготне, ноги устают. Ну и ноженьки-то уже все-таки не молодые. Поэтому я вот, у меня дома лежат там еще какие-то, но они тоже такие тяжеленькие, поэтому я вот к одним прилип и в них все время хожу, потому что они очень легкие, вот как воздушные, ВК, воздушные кроссовки. Вот, смотри, они вот вроде здоровые такие, да, а вообще легкие тоже. Фила у них классная обувь. Так, что она вот поет мне тут сейчас, это авторские права прилетят еще, не дай бог. Там на Ютубе с авторскими правами там вообще творится. Только где-нибудь услышит две нотки и сразу ругается. Говорит, да у вас там это вот. Я говорю, ну чего, я же не виноват, что тут музыка орет на всю громкость. Вот Demix тоже. Смотри, какие они стали стильные. О, легкие, блин. Ты видишь, они выглядят здоровые, да? А такие легкие, вот это вот классно. А вот тип, как у меня. Ну, только тут подошва такая большая, у меня она поменьше, широкая подошва. Блин, тяжеленные. 14 599 за такую тяжесть. Алло.
Толя. Это Сергей. Что это такое вообще? New Balance. Вот Puma, они тоже такие тяжеленькие. Но Puma мне чем нравится, что они офигенно крепкие. У меня пумовским кроссовкам уже лет 8. Я в Москве ходил, потом на дачу их отвез. И на даче на рыбалку мы с батей ездим по бездорожью. И им хоть бы хны. Вот Puma тире качество. Ну, не знаю, как вот эти вот сегодняшнего дня, но 8 лет назад были очень крепкие. Вот это классика. Тут оригинальные. Я по крайней мере думаю, что оригинальные. 17999. А если фирменный магазин, они еще остались? Вот это он и есть. 17999. В фирменном магазине в Меге, помню, мы с батей были пару лет назад. Почти 30 тысяч за такие хотели, типа таких. Так что, в общем, 18 тысяч для New Balance, это, ну, в общем, нормально. Ну и собираюсь на дачу в ближайшие выходные. Конечно, ждет моих подарочков ребятня, племяшка там. Дядя Леша, когда ты приедешь? Скоро-скоро. И вот я присмотрел такой вот автомобиль радиоуправляемый, багги. Ну, по дачным дорогам самое то, 30 метров берет вот этот пультик нормально по расстоянию. На даче сделаем обзир, посмотрим, как он ездит. Так тут, конечно, глаза во все стороны разбегаются, но всякие такие машинки у него уже полным-полно, чего только у него нету. Эти монстры тоже всякие тут. Все это мы уже надарили. Вот интересная фишка тоже. Вот детский набор с инструментами. Но у него тоже такое есть. Такое, в принципе, у него тоже есть, но сломанное уже. Поэтому лишним не будет, я думаю. Я сам увлекался этими модельками. Пусть он тоже, так сказать, занимается, приучается. Так, ой, ё-моё. У него полным-полно уже, два ящика. Мне Натаха говорит: дядя Лёша, выкини, сходи, а. Я говорю: вы что, обалдели? Два здоровых пакета с игрушками. Ну, не выкини, типа там где-то поставь. Я говорю: да вы что, с ума сошли? Пусть лежат, пригодятся. Такие роботы прикольные. Блин, а классные модельки, да? Так здорово сделано. Вот мой самый первый автомобиль. УАЗ-2106. Только цвета охра был. Тоже москвичонок как сделан. Интересно. Блин, так вот соблазнишься тоже на полочку поставить. Я ему тоже из этой серии накупал. УАЗики. Блин, как здорово, а? Как здорово сделано. Класс. Не, ну радиоуправляемая, она ложит всех на лопатки. Радиоуправляемая, это и есть радиоуправляемая. А вот такое оно вообще очень быстро теряется у них. Сегодня есть, завтра нету. Куда делась? Хрен ее не знает, куда делась. Исчезла, испарилась. Они маленькие вот такие вот. Тем более на даче. Вот, ну в общем... Блин, классно. Вот. Ведь они мужчины, они вот до 70, до 80, до гробовой доски, в душе дети. Конечно, все равно вот так вот восхищаюсь, какие игрушки классные. Да даже, я говорю, вот на полочку так поставить свой первый автомобиль. Вот был бы он желтого цвета, вот этот вот, может, я бы забрал, поставил. Как первый мой автомобиль в 98 году. Батя мне его, щедрые руки. Батя тогда работал на машине, на государственной, на грузовой. А в ракушке у него гнила шестерочка.
И вот я права получил, и он мне говорит: сынок, теперь она твоя. Я ж ее так любил, так любил. На-на-на-на-на-на. Только желтый цвет охра был. Желтый нету здесь? Не. Это вот копеечка. Была бы желтенькая, я бы забрал, поставил. Поставил на полочку. Так, ну ладно, ну все, в общем. Ну а вам, ребята, я желаю не париться. Пейте побольше жидкостей. Не расстраивайтесь по поводу жары. Лето быстро пролетит. И мы будем с легкой толикой грусти вспоминать данную погоду. Мой поход по магазинам еще не заканчивается. Мне нужно еще сходить в зоомагазин, купить барсиком туалет. У меня все на разных концах моего района находится. Вот, вот так вот туда-сюда сходил, вот тебе и 10 тысяч шагов. Вот, ребят, спасибо, что смотрите мои вложики. Ну, показываем жизнь холостяцкую, ядреность. Вот. До скорой встречи. Спасибо за лайчонка. Спасибо, заходите, то, что на стримчонка. Вот. Ну все, ребят. Сейчас я тоже там туда-сюда. Что-то надо еще поесть. Кто там? Готовить, блин, неохота вот в такую жару. Вот это да, конечно. Ну и знаете, готовую еду тоже покупать что-то стремновато. Ладно, что-то быстренькое сейчас. Каких-нибудь сосисочек, сарделечек, макарошки. В общем, нормально. Да особо и есть-то не хочется в такую жару больше пить. Вот, все, ребята, давайте. Всего хорошего. Пока-пока. Увидимся. До скорой встречи. А, и надо еще обязательно купить мороженое. К сожалению или к счастью, в спортмастере у меня не споткнулся ни обо что глаз из обуви. Ну, в общем, как говорится, будем искать. Будем искать. Сейчас вот время между обедом и завтраком, между завтраком и обедом. И вот, ну так как перебивочно-перекусочное оборудование, забрал вот такую штучку-дрючку. Ну, в жару нормально, нормально. Там еще мороженица лежит у меня в холодильнике. Сейчас вот его отрапортуем, мороженица, ну и будем уже потихонечку готовить обед.